Зачастую вылазка на природу, будь то пикник, кемпинг или даже рыбалка, включает в себя застолье. Обычно все происходит на расстеленном прямо на траве большом покрывале, на которое выкладываются продукты, а вокруг него располагается компания, так сказать, поближе к природе, а заодно поближе к муравьям, паукам и прочим букашкам. Но свой отдых можно сделать намного комфортней, взяв с собой складные стол и стулья. Один из таких наборов мебели – Таймэк от TE022AS. В собранном виде этот комплект представляет собой небольшой плоский кейс размером 90 на 40 см. Он не займет много места в вашем багажнике. Внутри кейса находятся две лавки, прикрепленных к столешнице фиксирующими лентами на липучках. На одной из лавок крепятся удлиняющие сегменты ножек стола, которые просто вкручиваются. А сами ножки фиксируются в разложенном виде при помощи специальных защелок, в лавках эту роль выполняют металлические крючки. Сборка комплекта предельно проста и длится около минуты. Теперь о материалах. Столешница и сиденья лавок сделаны из ДВП. Каркас алюминиевый, а крючки и защелки из нержавейки. Материал подобран с упором на легкость и коррозийную стойкость, но, к сожалению, не на прочность. Особенно это касается ножек и их крепления. Лично я не стал бы опираться руками на столешницу ни при каких обстоятельствах. Допустимые нагрузки для стола до 30 кг, что в принципе неплохо, а вот для лавок всего до 90. Так что на каждую сможет поместиться или один негабаритный взрослый, или пара детей. Но надежные и удобные стулья для взрослых можно приобрести отдельно. Мы взяли две таких модели. Это Таймэк TE20SD140 и TE25SD150. Сначала о первом. Это классическое кресло с подлокотниками. Достаточно широкое и вместительное. И мягкое к тому же. Достигается это благодаря тому, что сиденье натянуто над каркасом и соприкасается с ним только в местах крепления. Да и к тому же наполнено пеноматериалом. С правой стороны есть карманы для чашки или бутылки и разных мелочей. Складывается и раскладывается кресло за секунды и при минимальных усилиях. В сложенном виде очень компактно, хранить и перевозить его можно в специальном мешке. Каркас стальной, а сиденье сделано из полиэстера 600D. Заявленная нагрузка до 160 кг. В принципе, это очень неплохой вариант как для пикника, так и для рыбалки. Ну а теперь о втором кресле. Конечно, в сложенном виде оно будет побольше первого, зато в разложенном это просто кемпинговый трон. Благодаря хорошей устойчивости в нем можно не только посидеть, но и вздремнуть. Кресло просто огромное, невероятно мягкое и удобное. Необычный дизайн на самом деле оказался очень удачным и позволяет полностью расслабиться. Материал подлокотников и подголовника дышащий, с наполнителем из пеноматериала. Снизу есть два регулируемых ремня, принимающих нагрузку с основного шва на себя. Сиденье двойное, внутренний слой ткани очень мягкий и приятный на ощупь, а наружный более плотный и прочный. Каркас стальной с антикоррозийным напылением. Допустимая нагрузка до 150 кг. Приобретение комплекта складной мебели позволит провести ваше застолье действительно за столом, а вы и ваши спутники сможете наслаждаться комфортным отдыхом.